Сато сушмахса на дне на кэжа. Хаамат аману туна хоеза. Тахана полар чехшераш халоза. Чеченские силовики возбудили уголовное дело в отношении супруги судьи Верховного суда Чеченской Республики в отставке Заремы Мусаевой. Ей грозит до 10 лет лишения свободы по статье причинения насилия, опасного для жизни полицейского. До этого женщину отправили под арест на 15 суток за мелкое хулиганство. Также уголовное дело возбудили в отношении ее сына Ибрагима Янгулбаева по статье «Призывы к террористической деятельности». Впрочем, суть дела – ведение оппозиционного телеграм-канала «Адат-1», который критиковал Кадырова и сравнивал его с Асланом Масхадовым. Даже обычное уголовное дело сфальсифицировать нормально они не могут. Ни в отношении для того же брата моего, ни в отношении матери. У Кадырова какие методы есть? У него метод похищения родственников, там, заказные убийства, нанять киллеров. Или фабрикации уголовными делами, да, сфабриковать уголовное дело. Я не знаю, действительно, относится брат или не относится. Я сам точно к этому телеграм-каналу не отношусь. И тут важно понимать, что в самом этом телеграм-канале идет открытая и прямая критика действий Кадырова. И, естественно, ему это не нравится. Вот насчет Адата я не хочу сейчас комментировать. Я вообще, в принципе, насчет Адата не комментирую. Почему? Потому что Кадыров похитил мать, то есть реально сделал похищение, преступление. Он хочет теперь заактивировать внимание, типа, на мне, на Адате. Мол, вот смотрите, какие они, типа, плохие. Они, причем тут мать, так и нам и не объяснили. Я понимал, что это возможно. Ну, то есть, я понимал, что это возможно, если с той стороны, так скажем, мой оппонент, это бессовестный, бездуховный, если можно так выразиться, человек, у которого нет ни чести, ни совести, ни достоинства, ну, просто ничего святого. Это можно было уже подозревать, если он взял в заложники, похитил насильственно женщину, взрослую, болеющую диабетом. Привод сделали по какому-то уголовному делу о мошенничестве. За мелкое хулиганство 15 суток дали административного ареста, а сейчас о нападении на сотрудника возбуждают уголовное дело. Все люди видели, как в тот день, когда ее привезли, как этот Мансур Салтаев, первую роль, когда он снимал, как моя мать была обессиленная, то есть она была обессиленная, не могла нормально отвечать. То есть как этот человек может, в принципе, физически как-то напасть на сотрудника? Они изначально рассчитывали на то, что вот они насильственно похитят маму, и вот мы, например, приедем, мы упадем в колени, и мы вот будем идти на их условия. Но это не произошло, и это не произойдет. Потому что это старые пути. Старые пути, да, вообще взаимоотношений в чеченском обществе.